Вы смотрите видео об отеле Grand Astanic Hotel Taksim. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Grand Astanic Hotel Taksim расположен в стране Турция в регионе Стамбул и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 15 километров от аэропорта Стамбул, в районе Taksim. Район Taksim – один из популярнейших кварталов Стамбула с множеством отелей, клубов, ресторанов, магазинов, концертных залов. Квартал включает в себя площадь Taksim, площадь Галатасарай и Тюмень, конечно, знаменитую пешеходную улицу Истикляль, центр сосредоточения бурной ночной жизни Стамбула. На территории отеля имеется один ресторан, один бар, три конференц-зала, один бассейн крытый, спа-центр, фитнес-центр, прачечная и химчистка, сейф, обслуживание номеров 24 часа, подключение к интернету бесплатно, прокат автомобилей, в номерах есть ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование, мини-бар платно, сейф бесплатно, ванна или душ, фен, телефон, ковровое покрытие, подключение к интернету бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 193, 176 стандарт румс, 28 квадратных метров, одна комната, максимум 2 плюс 1 или 3 человек, 3 босфорас junior suites, 40 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, вид на Босфор, максимум 2 плюс 1 или 3 человек, 3 deluxe rooms, 40 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, максимум 2 плюс 1 или 3 человек, 8 suites, 40 квадратных метров, спальня с гостиной зоной, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, максимум 2 плюс 1 или 3 человек, 1 king suite, 69 квадратных метров, спальня, гостиная, межкомнатной двери нет, ванная комната с джакузи, халаты и тапочки, набор для приготовления чая и кофе, максимум 2 плюс 1 или 3 человек, 2 номера для инвалидов. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть закрытый бассейн. Также бесплатно доступны бассейн, тренажерный зал. За дополнительную плату имеется сауна, турецкая баня, массаж. Год постройки гостиницы – 2005. Год, когда был сделан последний ремонт – 2012. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.